Друзья, всем большой привет! Сегодня мы с вами снова находимся в магазине низких цен «Светофор», это город Ульяновск. В продаже есть кондиционер для белья «Ленор», 4 литра, стоит 195 рублей. Также в продаже есть моющая жидкость для полов и стен «Мистер Пропер. Свежесть океана». Здесь 750 мл, объем стоимость 70 рублей. А еще есть вот такое концентрированное средство для мытья полов. Оно называется «Минута» с ароматом лимона. Можно мыть ламинат, кафель, дерево, линолеум. 1 литр стоит 43 рубля. Также есть универсальное чистящее средство, которое не содержит хлор. Это «Сорти Ультра Комплекс» с ароматом лимона. В этой баночке 400 грамм, стоимость 19,40. Гель для мытья посуды Magic Foam. Есть на выбор два варианта с ароматом лимона и алоэ вера. Масса здесь 1050 грамм, стоимость 50 рублей. Гелевые капсулы для стирки Стимуль 2 в 1. Они универсальные. В упаковочке 20 капсул, цена 204. И есть капсулы для стирки Bimax Standard Color. Тоже в выгодной упаковке. Здесь 30 капсул, цена 305 рублей. Еще в наличии есть кондиционер Конди. Здесь два варианта: цветочная фантазия и тропический микс. Объемы 3 литра, цена 103,50. В наличии есть одноразовые станки Рапира Спринт. В упаковочке здесь 10 штук. Здесь два лезвия, покрытых платиной. Производитель Россия, цена 40 рублей. А это ополаскиватель для посудомоечных машин торговой марки Мистер Дес. Без разводов, без 5, на объем 500 мл, цена 56. Также от Мистер Дес есть средства для посудомоечных машин с активным кислородом. 800 грамм в упаковке, цена 70 рублей. Кондиционер для белья Фортелла. В больших бутылях продается, объем здесь 5 литров, цена 109 рублей. Сода кальцинированная – это универсальное чистящее средство, водосмягчающее и жироудаляющее. В упаковочке 600 грамм масса, цена 17,50. В продаже есть ополаскиватель для полости рта для всей семьи. Он с экстрактом ромашки. Здесь объем 500 мл, наличие их очень много, цена 30 рублей. Гель для интимной гигиены торговой марки Fantasy. Подходит для ежедневного применения, он с молочной кислотой и с витаминным комплексом. И в этом магазине есть еще второй вариант, тоже покажу вам его. Он успокаивающий и смягчающий, с депантенолом и с экстрактом алоэ вера. Объем здесь 500 мл, стоимость 33 рубля. Пена для бритья Аркомен, подходит для чувствительной кожи. Объем здесь 400 мл, цена 102 рубля. В магазине «Светофор» есть еще одно средство для стирки белья. Это гель-концентрат «Велюр Интенсив». 2 литра стоит 112 рублей. А это универсальный гель для стирки. Он называется «Сафир 2 в 1» с кондиционером. Подходит как для белого, так и для цветного белья. 3 литра стоит 161 рубль. Черное мыло для бани и душа «Сокровище Африки». Содержит масло ши для интенсивного питания кожи. 500 мл, цена 86. Средство для чистки ванной комнаты Мистер Дес удаляет налет и грязь и не оставляет царапин. 500 мл, он с ароматом дыни, цена 55 рублей. Также есть средство для чистки плиты духовок от этого производителя. Подходит для электрических и газовых плит и духовок, не оставляет царапин, эффективно удаляет жир, грязь, нагар и копоть. 500 мл, цена 55. А это нежное молочко для тела от Люси Косметик. Для всех типов кожи подходит, увлажняет и питает. 700 мл, цена 42 рубля. Мицеллярная вода торговой марки Fantasy. Полное очищение, удаляет макияж, не требует смывания и усиленного трения. Подходит для всех типов кожи, не содержит спирт. Здесь 400 мл, цена 33 рубля. А это омолаживающий крем для рук и лица торговой марки EF. Он с антиоксидантным эффектом, содержит экстракт базилика и черной смородины. 250 мл, в наличии очень много их здесь, цена 36 рублей. Мыло антипятно с активной формулой против любых пятен. Были очень хорошие отзывы, поэтому рекомендую покупать такое мыло. Цена 25,90. Детское жидкое мыло Bimbo. Без красителей, без парабенов. Можно использовать с первых дней жизни. Он с экстрактом календулы. Производитель Россия. Мыло густое, объем 1 литр, цена 81 рубль. Также есть детский шампунь и гель для тела 2 в 1, тоже торговая марка Bimbo. Успокаивающий с экстрактом лаванды, тоже можно использовать его с рождения. Объем 1 литр, цена 95. Жидкое мыло торговой марки Magic Day. На выбор есть два варианта: магия молока и меда и жемчуг с маслом оливы. 1 литр стоит 60 рублей. Также в продаже есть ватные палочки в очень экономичной упаковке. Здесь их аж 500 штук. Цена 44 рубля.
И есть ватные диски, называются они Леди Катон. В упаковочке здесь их 175 штук, изготовлены из 100% хлопка. Цена 40 рублей. В магазине Светофор появились домашние тапочки. Есть несколько вариантов. Вот есть с открытыми носами и есть еще вот такие с закрытым носиком. Размер в ассортименте, производитель Россия. Стоимость 122 рубля. В огромном количестве завезли мужские кеды российского производства. Они на шнуровке. Размеры с 41 по 46. Цвет только такой в наличии. Цена 323. В ассортименте есть сидушки на стул. Они с наполнителем, с завязочками. Размер 40 на 40 сантиметров. В составе полиэстер и наполнитель полиэфирное волокно. Производитель Россия. Цена 159 рублей. В продаже есть автоклав, паровой, мини. Он изготовлен из нержавеющей стали, объем 14 литров, цена 6727 рублей. Производитель Россия. Также в наличии есть дистилляторы домашние, они тоже из нержавеющей стали, объем 14 литров, цена 2912 рублей. Кастрюли эмалированные объемом 4,5 литра. Декор здесь в ассортименте. Производитель Россия, цена 463. Есть кастрюли алюминиевые с крышкой, объем 3 литра, производитель завод Демидовский, Россия, цена 263 рубля. И совсем недавно в продаже в магазине Светофор появились эмалированные кастрюли объемом 5,5 литров, тоже производитель Россия, цена 570. Кастрюли из нержавеющей стали со стеклянной крышкой в комплекте, объем этой кастрюли 5,7 литра, цена 628. И кастрюля эмалированная объемом 11,5 литров стоит 863 рубля. В продаже есть миски из нержавеющей стали диаметром 26 сантиметров. Объем у них 3 литра, производитель Китай, цена 118. А это салатники Дивали. Объем у них 1 литр, изготовлены из опалового стекла, производитель Luminarc, Франция, цена 85. Еще одна новинка в магазине Светофор – появились пакеты для заморозки. Они в рулоне, здесь 100 штук объемом 3 литра, цена 40 рублей. Миска удачная, объемом 4 литра, продается в спайке по 3 штуки в составе полипропилен, производитель Россия. Стоимость набора 113 рублей. В продаже есть ведро для мусора с плавающей крышкой. Объем этого ведра 14 литров. Он изготовлен из полипропилена, производитель Россия. Цена 275. Ведро цветное, из пищевого пластика. Объем 6 литров, производитель Россия. Цена 44 рубля. В продаже есть тазы алюминиевые, объемом 10 литров, диаметр 36 сантиметров. Производитель завод Демидовский, Россия. Цена 496. В магазине «Светофор» в продаже есть шланг садовый, саморастягивающийся, он увеличивается в размере до 3 раз, с 10 метров до 30. В комплекте идет распылительная насадка, в которой 5 режимов для полива. Производитель Китай, цена 549 рублей. Вазон для цветов, называется «Жасмин», объем 12 литров, в наличии только коричневый цветом, цена 239. Также в продаже есть ящики для растений, они с поддоном и с прикорневым поливом. Объем 9 литров, тоже в наличии только коричневые. Производитель Россия, цена 101,70. Шланг поливочный, гофрированный, длиной 20 метров, диаметр его 20 миллиметров. Производитель Башкортостан, цвет только такой в наличии, цена 240 рублей. В ассортименте по цвету есть качели «Гнездо». Они с решетчатым основанием и с мягкой подушкой. Диаметр 60 см, цена 2253. Опрыскиватель помповый с ручным механизмом. Объем 3 литра, производитель Россия, цена 217. Также в продаже есть сетка садовая в рулоне. Размер ее 1 метр на 10 метров зеленого цвета, цена 395. А это настил садовый, модульный, размер секции 33 на 33 сантиметра, в упаковке их 9 штук, и вот эта упаковочка стоит 508 рублей. Производитель Россия, Московская область. Также есть форма садовая дорожка, в упаковочке их 2, размером 44 на 44 сантиметра, цена 368. Также здесь есть в наличии искусственная трава, газонное покрытие, высота ворса 7 мм, изготовлен из полипропилена, основа латекс, размер 100 на 200 сантиметров, цена 582. А это колышки для растений, они металлические, в ПВХ-оплетке, длина 1 метр, в упаковке 10 штук, цена 275. Дуга парниковая в наличии здесь тоже есть. В упаковочке ее 6 штук, длиной 2 метра. Производитель Россия, цена 394 рубля. А это садовый заборчик.
Здесь в упаковочке 4 секции размером 40 на 60 сантиметров. Общая длина забора получается 2 метра 40 сантиметров. Производитель России, цена 220. На сегодня у меня все. Если вам понравился обзор, пожалуйста, оцените его лайком и обязательно подписывайтесь на канал. Все ссылки будут в описании. Всем пока-пока!